Тишка. И вот это. И вот это. Ничего себе. Все? У него даже свечи, какие-то ритуалы. Так, что дальше? Ну, мне надо валить обратно. Ебать, это что за хрюшка? Да, вампиреныш. Да, да он пиздит, он какая болезнь. Какой там глобулин. Идем сдавать. 40 бинтов. Не понимаю, тяжело. Ну давай попробуй подойти уже до места. Тяжело. Не знаю. 9 утра, надо поспать до 3 ночи, чтобы химеру завалить. Так, ты мне дал, да, квест? Ты вроде не играешь. Шафутинский. Глухарь мертвый, другие сталкеры убил Тремор. Бам! 10 тысяч! Уху! А ему ничего не продать. Будет чего интересного, заходи. Где мне можно поспать? Вот что я ищу. Есть место, где я могу спокойно поспать, вздремнуть. Или мне пидорить туда надо будет? Я вот хочу улечься спать и до 3 часов... Ага, во. Вот. Вернись, хер камень. Ну что ж ты раньше-то молчал? Сейчас пойдем. Опять жрать хочет. На, колбасу с хлебом съешь. Там без меня есть кому. Я готов идти на охоту. Подождите. А можно? Это я, Сыч. Заваливай ко мне, есть о чем перетереть. Подойти срочно. Надо незаметно. Три часа, нельзя, это почти утро. Она нас хоть как учуяла. О, видали львенок в детском лагере. Аня, если ты меня слышишь, я хочу есть. Что за химера? Как она вообще выглядит? Я вообще могу убить, нет? Привет. Вот это ты быстро. Я есть хочу. Забери тарелку. Я хочу есть. Чё? Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Она уже без кольца так услышала. А? Я боюсь, вдруг там что-то страшное. Спишь, тварь. Ну что, привет тебе от краба. От давай! Мы с возвращаемся. Соси. А ты не забудь заглянуть в зверобушку на Янове. Скажешь ему, что раненая химера склеила ласты. И долю свою получишь. Вообще изи. Так, это мы далеко, да? Ну, далековато, короче, давай. Не балуй.
Да, пойдем. Сухогруз Скадовск. Место безопасное. Так что оружие спрячь. Так, балабонь быстрее. Здравствуй, сталкер. Надо. Попутного ветра. Он мертв. Эх, ё-моё, почему лучше люди в первом ходе Тремор, сука, как Данила такой... Послушайте, а? Это, может быть, это надо отыграть от актеров, от этих малобюджетных актеров, которые снимаются в русских сериалах, там. Эх, ё! Ну почему лучше люди первыми уходят? А Тремор, а сука! Эх! Данила! Такое ведь был человечище! Так надо было? Бывай. Че, я все сделал, да? Можно валить дальше в Ванус. Как говорится, добро пожаловать. Не, нет, этот дробовик нафиг. Не нужен. Я бы его продал наверху этого. Ну, кто он там? Вот тут у Лысого. Есть проблема, наш собой виза сказал под вопросом. Но как доказать детекторах, увеличил радиус действия, чувствительность, ну и прочее. С помощью теперь можно кого угодно обставить поиск артефакта. Игрыться с бородой, чтобы сталкеры, которых нанимают, использовать новым детектора. И что дальше? По городу должны были сделать хабар порум, но только сталкеры отказались принести чашу с тобой половину. Тебе нужно будет в бороде убедить и выполнить свою часть договора. Ты же хочешь получить свою долю. Если мне работа. Ну, давай. Вообще пиздец. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Закажи топовые пушки. Да не хочу. Пригодятся бабки еще. Так ты. Ты же говоришь, ты не соблюдаешь договор. Ну че, бородатый? Прощайся с жизнью! А че, нельзя пушку? Нельзя пушку? У нас с ним были четко договоренности. Я получаю детектор, а потом выплачу часть суммы с хабара, чтобы их выкупить. Эти условия соблюдаю за детектор уже заплатил, а других разговоров у меня с чем не было. Если ты работаешь на него, третий детектор можешь забрать. Все равно я его выкупать не буду. Предположим, лучше бы ты с чем не связывался. Если нужна хорошая работа, так я могу предложить ее поставить фору в поиске артефактов. 2-3 часа вполне достаточно, чтобы успеть раньше других. Расскажи про компас. Про него легенда ходит. Говорят, если умеете этим фактом пользоваться, он тебя проведет через любые аномалии. Сам понимаешь, заказчика за такую полезную вещь хватает. Хорошо, я схожу к Ною. Бывай. Сходи к сгоревшему хутору, не там на карте отречено. И сходи. Блин, что ты как жду? Зачем? Меня туда не направляет. Нафига туда пидурить? На каких-то... Блядь, чё это за мальчик-то на побегушке? Да он совсем страх потерял, козел бородатый. Пора пристроить слушать, зато не есть один влиятельный человек, зовут его Султан. Сходи к нему, скажи, что делать. Давай мою долю сейчас. Ладно, вот, держи. Напомни, мама, клянусь, бородатый водит за нос. Ты мне вот больше не нрав... Ты мне больше не нравишься, чем бородатый. Я еще хочу кофе или что-нибудь попить, раз ты сока не купила. Все. Надо было того пидора приложить получше, чтобы потом лишнего не... Где детектор? Вот это? Ого. Сварог. Султан еще какой-нибудь пидори туда, иди ты нахуй. Компас, ну идти, но я узнаю, где можно достать этот редкий артефакт. Все? Идем? А, ну тут, в принципе, недалеко. 5 утра. Да, творог. Детектор творог. Ваня, встретишь бандитов, когда возьмешь компас, мочи их сразу. Ладно. Да зачем вам заказывать пуху? Так у нас нормальные пухи прокачаны. Так нормально. Топовый детектор есть.
И топовые пухи тоже найдем. По крайней мере, у нас это сейчас лучшее прохождение, чем до этого. Потому что я реально сел на 5 часов и прям играю. Мне нравится. Чем вот так по 3 часа что-то... Надо что-то менять, понимая, что скоро надо другую игру. Вот это, по-моему, хрень полная. Ебать! Да ты дебил, что ли? Ты дебил? Сталкер, уже виделись. Не помню, ладно, что тебе нужно. Нужен артефакт компас. Это было, это барахло, когда мы там разложили все щи. Отстань! Ага. Слушаю тебя. Че, обратно что ли идти, блять? Правда, без сабмода, вау! У него было без сабмода, когда он в пещере этого, блять, короче, подземного человека играл. Вот видите, плюс сабмода, когда его отключают. Люди даже, видишь, как пишут, что все туда, вперед, без сабмода. Он может прочитать мое сообщение. И, может быть, даже на него ответит. Так, а что там за арт у нас? Нихуя. Только радиация плюс 4, а мне надо минус 4 радиацию. Так, ну надо отнести, поговорить с бородой. Волга же говорит, что так, не хочет больше стримить, быстрее, он что-то сидел, ну, на этом, на стриме. Ну, здорово. С сабами. Какими судьбами на нашу посудину? Не хочет больше. Привет. Спасибо большое за кофе. Я нашел компас. Это чай? Это сок? Не знаю. Еще 10 тысяч мне дали. Найдешь артефакты? Загляни. Ну и чё? Здесь мы все сделали. Можно валить в следующую зону. Здравствуй. Так, кто меня водит-то? Я забыл. Вот этот, да? Янов. Блин, горячие сырники, потом съем. Кто-то мной. Тима, иди ко мне. Иди сюда. Давай, иди сюда. А у меня есть сырничек. Продажная ты, а? Хрень. Пока ты эти сырники показал, тебе был нужен, а? Я тебе нужен был? Еще скажи, блин, гоу сырник. Почему ты сырники не съешь? Мы в воздухе. Эй. Че тут надо-то? Охота на химеру сообщить зверобою. А, надо вниз спуститься. Слушаю тебя. Как дела, охотники? Я тебе нужен только с сырником, Тима. Как и хейсером. У нас зато не 2000. Изи химера. Получено друг сталкеров. И сожрать надо хлебушек, отметить это. Так. Опять что ли на Юпитер? Ух, ё-моё, там что-то много чего на Юпитер мне отправляют. И проверить путепровод, и проверить первый отдел завода. Ну, короче, дофига. Поехали тогда сначала сюда. Друзей Кардана забыл выполнить. Да, нормально. Чё нам надо? Зачем? Сканер учёта зарегистрирует нормально. По ним следует место при помощи совершенного детектора. Так вот у меня совершенный детектор. Вот он. Вот же он, нет? Это он? Вроде он.
Хера себе. Вот это аномалия. А? Все? Можно валить к ученым? Я хочу облутать пацанов. Только на другом. Хуеку, это на каком? Ты куда меня хочешь опять закинуть? А чё они без шмота? Пу. О, тихо-тихо. КПК. Куда ни пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот чертов. Привыкнуть невозможно. Чебурной исчез и с концами. Странно. Ну, ладно, может, идем туда. Шестой день, вода. А что это такое подобрал? А полковник свихнулся. Таченко. Книги по сталкеру, такие же, только одна оригинальная книга, это «Пикник у обочины», остальные все это или слизаны, или вдохновившиеся вот этим вот всем делом, ну и Стругацкими тоже, насколько я знаю. Я по метро зашел когда-то в книжный магазин, я охерел, сколько по метро книг, да и по сталкеру новых, просто, блядь, у всех разные еще писатели. Основатель долго, понятно, понял. Привет. Привет. Чего тебе? Слушаю тебя. А тебе что надо? А, ты бесполезен? Привет, брат. Ну, я слушаю. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да? Да-да, я слушаю. Я по участие нашел странную аномалию. Рассказывай, когда я пришел к ней, достал центр, возникло ощущение, что пространство искажает. Через некоторое время из центра этого искажения увидели мертвые тела. Это просто поразительно, конечно. Информации катастрофически мало, ничего нельзя сказать наверняка, но следует занести это описание в нашу картотеку. Думаю, назовем эту аномалию «пространственный пузырь». Все? Пока. А, вот какой-то, да? У меня такой же. 10 тысяч стоит. Удачи тебе. Артефакты найти. Ну чё, валим-то? Сюда уже, да? На Юпитер, я так понимаю. Да? Инструменты, инструменты, кардану, азоту. Да, Ткаченко. Не очень-то ученый, тебя жалую, даже лицо повернуть не заслуживаю. Ну, можно, конечно, добежать и до главной базы отдать. Давайте добежим. I want to learn how to speak Russian. I think it's cool. Now my chat will teach you how to speak Russian. Ребят, помогите вот научить ему русский. Как правильно говорить? Здороваться там, общаться. If you know, сука, блять, it's enough for you to speak with 80% of Russian people. It's really enough. Где главный? Где долг? В общем, выкладывай. Да без сука, блять, нормальное что-нибудь, скажите. Сука, блять, не сука, блять. Так, да, это за свободу. Это за свободу. Блин, я не отличаюсь, с какой стороны. Ты по какому делу? КПК долго интересует. Так, давайте сохранимся. Всякий случай.
Ого, ну давай посмотрим. Так, ага, вот это, на, вот это оно было. Думаю, всем подряд об этом знать не стоит. Оставим все, какие специальные версии, за которыми долго вызывают меньше вопросов. Значит так, я хочу купить это КПК. 4000, гром! Вау! Ну-ка. А, у меня уже был гром, да? Отбойник. У меня уже был гром. То есть... По сути... Разница-то у них тут есть, нет? Хоть какая-то, нет? Емкость магазина плюс здесь. Я же что-то вкачивал. Да, я вот это вкачивал. Тут можно продать. До встречи. Стример лицемер. Блять, стример лицемер. Блять, открывайся дверь. Ау! Так, продаем вот это. Отбойник можно оставить. Продать. Че, все, да? Все, все. Гранаты подствольнику и патронов бронебойных. Ну и хорошо. Ну и замечательно. А мы вот сожрем против этого, против радиации. Так, ладно. Здесь мы все сделали. Надо. А еще что-то? А, это контракт. Все, валим сюда. Она заканчивается Питером. Да что-то я хочу оставить на более сложные моменты. Вот эту вот хрень. Что, научили, да, чувака? And you know, guy in Russia, most beautiful girls in the world, but we are мозгоёбки. Do you know what's мозгоёбки? It's a big minus of them. Ты еще не видел отряд Монолита между складом контейнеров и ЗРК Волхов? Да у меня нормально патронов. Все нормально, я всех лутаю. А что, типа, в Припяти не будет? В Припяти не будет патронов? Да ладно. Или это опять последняя миссия, что нельзя никого купить, как в прошлом, как в чисто небо. Че сразу так-то? Я же троллю. Практически. Я и в Америке жил, не такие же. Нет, а в туннеле будет жарко. Ну я так лутаю всех. На дробовик вот у меня патроны есть. Вот здесь патроны. На грозу патрону. Ну я уже помню, мне тоже, помните, говорите, что да-да, патроны там будет жестко, там чуваки, там 50 чуваков в экзоскелете, а мы их бам-бам-бам и нашпиговали всех. Ну что, надо заходить. А, бежит, бежит, сука. Вот это я стрелок, блядь. И где-то 100 аптечек, чтобы на легком пройти. Ну я не на легком, я на сталкере иду. Мне еще 300 надо аптечек. Да ладно. Да не может быть. Ой, спасибо, гудбай. Надо обойти, это выход.
Вы меня и про вертолет босса пугали, когда, помните, в чистом небе. Ничего, убили без аптечек, просто захерачили его. Я разберусь, ребятки. Так, вот эти баллоны. Надо что-то идти, надо посмотреть. Блин, ты 100 аптечек, охуеть. Вот это жесть, 100 аптечек. Это просто ты ходишь и жрёшь их, да, постоянно? Ну, сколько сегодня? Ну, еще минут 40. Это так. Я начал ровно в 4. Ахахай, пацан с базукой на тебе фрагов 40 сделал. Ну мы же прошли, да? Мы же прошли. И не 40, а фрагов 30. И это уже было в 5 утра. Так, ладно, идем дальше. Еще сюда надо выйти. Где эти инструменты-то тонкие найти, а? Проверь путепровод и тут путепровод. Где найти? Где найти? Я что-то не сюда, по-моему, иду. А, не, сюда. Будешь раньше Да, буду раньше начинать на часок, скорее всего. То есть не в 4, а в 3. Ну, может быть, тогда буду вообще днем пускать, типа Вова стримы. Банка. Вот это физика! 10 из 10. Игра года. А ну быстро говорите! Где тонкие инструменты? А ну быстро! Так, здесь я бумаги подбирал. Не, в 2 рановато. Залетаешь на чердак, там шкаф. Короче, наверху. Так, ну этих собак я минусовал. Куда идти-то, блядь? О, о, ну-ка, ну-ка, тихо, ну-ка. Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди, подожди, ну-ка. Что это за... Что это такое? Где инструменты? Вообще, где, что мне надо тут найти-то? Я не могу понять. Где враги? Я тут всех уже перебил. Хэс тут еще шутит. Очень мало уже. Уже не смешно. Так. Кажется, я нашел одни документы. Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. Так. Угу. Что тут что-то надо нажать? Нет? 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 Или не надо ничего? Вроде тут ничего не нажать.
Поэтому покер. Смотри, как компьютер пляшет, а. Так, надо выходить отсюда. Надо отсюда валить. Идти еще вот сюда, вот сюда вот надо сходить. Вот это вот. Проверить, что тут надо. И где-то еще инструменты надо найти. Ха! Гордон Фриман. Мне уже говорили. Изи косплей можно на Гордона сделать. Только весь стрим придется молчать. Где же тут это, а? Где же инструмент? Тут здесь можно, а? Тут детектор. Детектор здесь я ставил. Бетонная ванна. Вот здесь вот ставил. Здесь, наверное... Не, туда надо пидорить. Идти, пидорить, хуярить, как угодно. Ебашить, херачить. Так я не пройду здесь. Ладно, потом сходим. Я не увидел, тебе идет. Да мне не очень нравится. Неудобно сидеть в очках. Что-то чувствую, что тебе что-то мешается на глазах. Хотя я в начальных классах ходил в очках. Но мне спортом было неудобно заниматься. И мне просто они бесили. И когда я делал линзы, я охерел, какие цвета на улице, какие листья зеленые. Потому что очки все-таки это не то. Оп. Всем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный, какой у меня путь суровый чувак. Существует. А сейф можно взломать, нет? Ну ладно. Мне, ну кажись, мне надо... А, вот выброс, найти укрытие. Хочу срочно бежать к ближайшему укрытию, сука! Блять! Нет! 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 Как? Нет, господи, как мне туда зайти, а? Нет! Может, таблетки надо, вот эти вот? Или вот эти? Радиопротектор. Вот это, да? Это вот он? Радиопротектор? Или... А, антибиотик? Или не тот? Или вот это? Вот это. Чё? Нихера себе, съел таблетки. Заебись. Так, что дальше? Говорят, типа, идти надо назад. Но я хочу найти этот инструменты, чтобы вкачать. Прототип? Нет, разыграем чуть позже. Ну, под конец стрима, через минут 30, наверное. Привет, Макс. Где же? Да, блядь, да как пройти-то, а? Или мне надо вниз спускаться? Да как так-то? Тебя с детства? Да, из первого класса у меня уже было минус 4, прикиньте. Причем я у телевизора долго не сидел, просто наследственное. В первом классе бы сейчас меня там мать охерела.
Что такое зрение плохое? Ну, бывает. Ну ладно, вот мы спустились. Хорошо. И хорошо, мы прям вот здесь вот. Ни хрена себе тут аномалий. Не, мне вообще не, мне из-за этого не разрешали сидеть у компа. То есть, когда Даниэль где-то 14 лет, мне сказали, мне можно было сидеть час у телевизора, час у компьютера. У меня были строгие ограничения. Причем я им пытался доказать, что в принципе это бесполезно. Ну, что это там не в этом проблема, там ЖК-монитор, все дела. Типа зрение падает, напрягает из-за перенапряжения глаз. Это может быть и чтение вызывает, все что угодно. Так. Да нет, Максим, я там сам смотрю. Блять. Где мне надо, а? Куда мне надо попасть? Если я поработаю в саду, если я поработаю в саду или в огороде, то мне разрешали еще минут 20 поиграть. Нахерачило там очень много. А я не знаю, наверное, там дальше надо пройти. Меня посоединил. Не, меня ругали, ты че, меня очень жестко ругали за то, что я пренебрегал этим советом и правилам. А бывали такое, что меня оставляли дома, потом приходили, проверяли счетчик. Сделали я компьютером или у телевизора, или нет. Короче, было жестко. Здесь, наверное, да? Здесь, не здесь. Пес его знает. Наверное, здесь. Там 505 играет, ну пусть играет. Нихуя себе. Ты охуел? Да, теперь я играю в игрушки сколько мне угодно. Можно же магнитом счетом отматывать назад. Ну, там, понимаешь, это мошенничество. Да, потом стало жить один и задротил Вов. Так, ну давайте посмотрим. Ай. Что такое? Чего? А чё, почему загрузился-то? Я вообще на ноль нажал. Мяу. Про лазерную коррекцию. Чуть попозже, мне тоже надо деньги собрать. Про лазерную коррекцию. Да ты ж, блять. А, еще надо ниже. Здесь что? Опа-на. Опа-на. Что за инструмент? Тонкие? Тонкие, да. Все, мне больше тут ничего не надо. Пока съем сырничек. Так, мне надо валить обратно. Сюда вот. Говорю, всех на компрапутепровод.
Да? Да. Да. Валим. Там же еще одни инструменты, по идее, нужны. Я не знаю, для какой работы, наверное, для самой ювелирной. Вот ты-то меня отправишь на базу. Иди бугру по ушам катайся, а мои не казенные. Ну, пацаны! Типа я слушаю. Скажи, что я хотел спросить. Что нового... Ладно, забудь. Что нового... Нельзя! Типа я слушаю. Да пошел ты нахуй! Типа ты слушаешь. Теперь три инструмента там. А, калибровка, понятно. Тон, ты не боишься лазерной коррекции? Да нет. Я как-то не парюсь насчет. Ну, пойдет херово, ну будет, значит, слепым. Ну, судьба такая, блин, что могу сделать. Ты же это никак не можешь контролировать. Или ты соглашаешься, или ты не соглашаешься. Когда соглашаешься, ты идешь на риск, но ты должен понимать, что может что-то пойти не так. Хотя сейчас технологии уже такие, что это очень редко, что что-то пойдет не так. Там, в принципе, ничего трудного в этой лазерной коррекции. У меня один знакомый работает на этой херне. Тем более, я поеду, я думаю, в Новосибирск. Здесь я делать не буду. У нас ребятки криворукие. Новосибирские нормальные. Как-то, конечно, хочется ходить и не париться насчет линз и очков. И вот просто... Просто вообще не париться. Причем я пытался... Это, знаете, как боятся самолета. Вот некоторые боятся самолета... Вот Гринч, кстати, на стриме. Но вот я не могу, потому что ты садишься на самолет и принимаешь риск, что тебя могут разъебать, да? Или разбиться, или еще что-нибудь там. Или, может быть, пилота баба бросил, он решил всех разбить. Оп, спасибо, Макс. Она накроется, не стыдно и братанов чисто на хазу позвать. Ты Лонг Дарк. Ну так, на всякий случай. Ага. Вдруг решишь глянуть, тебе хорошо. Должна понравиться вроде, а так Барнаул с тобой не всегда, недолго. Но с тобой, да. Спасибо, Макс. О чем я говорил? А, ну вот, то есть я понимаю, что если я разбиваюсь, то я уже ничего не могу сделать, да? То есть это не от меня зависит. Зависит от чуваков, которые сидят спереди. Поэтому я просто буду спокойно лететь и падать вниз, и, может быть, поору. Ну, в общем, итог будет один и тот же. С таким настроем можно в машину садиться? Почему? Я сажусь, я понимаю риск. Но мне пофигу. То есть, ну что, бывает, ну, случается, ну, карма такая, судьба. Что могу сделать? То, если что-то от меня зависит, я сделаю. Что-то от меня не зависит, если какой-нибудь долбоеб на КамАЗе приедет и меня снесет, и я умру, ну, ладно. Но вот если ты об этом будешь думать, ты же охереешь. Ты же просто офигеешь, если ты будешь постоянно в голове держать, что как так? Так и жить опасно, и жрать опасно. Хаюшки! Привет! А вообще в целом, давай. Вообще в целом, да. Вот у меня газ в квартире. Я понимаю, что он может или прорваться, или быть утечкой. Я просто сдохну во сне угарным газом. Ну, чем теперь об этом думать? Да нет. Вот я так размышляю. Я нашел документы. В них говорится про путь в Припять. А, так и взглянуть. Угу. То есть вот то, что мы имеем в сумме, есть, значит, такой путепровод подземный. Нас может метеорит разбить всю нахер планету. И... Ну, ладно, что теперь об этом думать? Способов много. Я принес тебе инструменты. А, ему отдать, да? Или вообще без разницы кому? Ну-ка, для тонкой работы, давай. Ремонт. Да. Если, а еще если у тебя дом с газопроводом, ты можешь взорваться? Да, пожалуйста. Можно и так сделать. Опа-на. Че, вкачаем костюмчик? У меня, кстати, 70 тысяч. Можешь вкачать вообще прям. Ремонт. Давай. У меня броня вроде неплохая. Пушки тоже. Я, правда, все это стоит. 1000. 3, 6, 7 тысяч. Здесь 3-6. Ну, тут чуть поменьше, то 740. Так можно и шапку из фольги носить, да.
Ну я не знаю, можно вкачать все это дело, но фиг его знает. А, тут надо еще выбрать одну из двух. А, надо выбирать. Ладно, вот это мы точно вкачаем. Вот это 100%. Отдача, надежность. Вань, тебе придется новый костюм через пару квестов покупать. Понятно. Ладно, качаем оружие. Точность, надежность. Надежность мы уже вкачали. Удобность, да. Здесь что? Стабильность, надежность. Давай. Удобность, отдача. Отдача. У меня как вообще тут по статам-то? Где их посмотреть-то все? А, во. Или нет, не те. Ладно, нахуй. Темп огня. Отдача. Отдачу убираем. Темп огня. И калаш. $58,000. Да, думаю, нормально. Точность. Отдача. Удобство. Все. Каска. А каску надо? Пси-защита. Радиозащита. ПВН. Я думаю, каску-то тоже надо вкачать. Че? 2000 стоит? Ебать. Свизали свепмани. Я люблю с карт рассчитываться, там есть меньше комиссия. Каску тоже не надо, ладно. Ладно. Прощаю. Ну и чё? Поговорить с Зулусом, Зулусом о проходе. Зулус, Зулус. Зулус. Так, это мы сейчас в Припять отправляемся, да? Да? Или нет? Кажись, в Припять сейчас едем. Ну, мы сегодня неплохо отыграли, вроде даже как, наверное, ближе... Ну, половину-то прошли игры. Так-то я практически все допники сделал. Ты с чем пожаловал? Слушай. Нихера ты, хомяк! Вот это ты отожрал себе ряху! А мне заходили на стрим и говорили, что я жирным стал. Посмотрите вот на это. Вот это чувак, вот это, понимаю, упитанный. Еще ковер у него тут, кстати, это нельзя подобрать. Пулемет, водка. Привет, у меня к тебе важное дело, разве, ну давай выпьем. Да, это Протас. А, надо команду найти. Опа-на! Хоп! О, прям на шею, да, нормально. У него взгляд вообще не меняется. Я собираюсь идти в Припять через подземный путь под зоном Юпитера. Зод может открыть туда проход. Пройти Припять под землей, это мысль, надо за это выпить. Опять себе в горло прям. И все то же выражение лица. Хорошо пошла, так что же ты в такой путешествие один собрался? Так не пойдет, я с тобой пойду. Еще можно кого-то прихватить. Пара надежных людей в таком рискованном деле не помешает. Азот посоветовал собрать отряд. Где модерка, я оплатил. Да, почему тут можно говорить? Твое здоровье. Вот это ковер. Прям можно ЛСД жрать и смотреть на ковер. Третья бутылка. Такое даже Протас не выдерживает, а он пьет очень много. Ух, холодненько, отряд, это правильно. Где холодненько? Где у тебя холодильник? Да, он надо, чтобы хотя бы человека три было, если кто на примете. Ноем... Не, Ноя что-то не хочу брать, он какой-то ебанутый. Наяна Иванов встретил, все не мог бандитам долго дать, вообще помог ему. Ну и что нам? Ивану брать? Не, Ноя точно больной. С рыночка пока тоже съем. Я смотрю на эту пухлую ряху, я есть хочу. Для рядовой куча. Угу. Зачем очки? Ну, как бы, чтобы быть псевдоинтеллектуалом. Рассказывать о панчлайнах и так далее. Тут нет выбора, да?
Завано. Наливай. Не, ну я не хочу. Нестабильные. Нестабильные люди, ну их нахер. Нет. Вот найду, вздрогнем. Это пятая? Это пятая бутылка? Соколовского брать? Я не хочу Соколовского брать, он будет покемонов искать вместо того, чтобы заниматься и... Всем привет, я Соколовский, дело в том, что мракобес, мразь, он тварь ебаная и так далее. Нет, я не хочу брать, он блоги еще будет вести. Я недавно Азис нашел. Давай про Азис заговорим. Ну вот если следопыт, то команда мы до Припяти не доберемся, вздрогнули. Шестая бутылка. А я сырничаки. Там еще давай Соколовского, Соболева возьмем и Афоню. Все, и пойдем с ними. Я их одних отправлю, пусть разбираются. Я не знаю, сколько можно уже пить, а. Все, я вырубился. Я вырубился, нет? Еба... Ё-моё. Значит, уговор. Ебать, я жрать хочу. Где моя колбаса? Найдёшь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Нифига, ты вообще как огурчик. Забираем азота и вперед на Юпитер. А ты бывшим налицам помогал? Нет. Где можно идти? Поспрашивай людей в окрестности Юпитера. Да... Да. Пьет по глотку. Это Протас тоже, кстати, пьет. Он водку заливает в горло и так делает. И полоскает горло. Это отвратительно выглядит. И куда мне идти-то надо? Куда мне валить? Можно. Я не думаю, что сразу надо валить туда. Надо же с кем-то пообщаться. Да? Бля, уже час 10. Короче, ладно, ребят, с отряд мы уже будем собирать на следующем стриме, который, скорее всего, будет в среду. Мы уже 5 часов сидим. Пойду я отдыхать. Вот. Вам всем удачки. Мы еще разыграем сейчас между сабов прототип второй от Ачивмана. А я пойду